Активисты Одинцовского отделения «Единой России» вместе со сторонниками партии проверили ход благоустройства Интернациональной улицы и территории за Георгиевским собором в Одинцово. На сегодняшний день там активно ведутся работы по очистке и благоустройству. Уже вывезли мусор в процессе обустройства пешеходных дорожек и установки лавочек. Большая работа была проделана и в ушедшем году. Площадь у памятника павшим за Родину в Кубинке превратили в современное общественное пространство, а также благоустроили сквер в Больших Веземах.